Три года назад так совпали звезды, что просто моя мечта и то, к чему я, в принципе, шла лет 5-6 назад, оно осуществилось и воплотилось в реальность. Мысли были, типа, вот девчонка очередная хочет научиться. Мы едем в ЭСО. Там на Вилючинские перевалы, и того дальше, на Мутновскую ГАЭС, и как бы у меня был всего лишь бак, и там, ну, грубо говоря, еще 5 лет. Я четко помню момент, когда лет 6 назад я ехала с Козельского вулкана и увидела девчонку с парнями. Они ехали вот по гравийной трассе. И я еще такая, блин, я хочу этим заниматься, это так круто, они там путешествуют, а что вообще за мотоциклы, как это? И мне так хотелось этим заниматься, на что я услышала мнение общественности, что ну ты девочка, там, это деньги, это финансы, это твое здоровье. Ну, то есть мнение, которое подавило во мне мой интерес. Все крутили у виска, говорили, ты что, больная, у тебя даже мотоцикла нет, ты хоть пробовала кататься. Что дальше-то, где ты мотоцикл-то возьмешь? И так совпало, что мне пишет Юля и спрашивает про дорогу на Вилючинский вулкан. И что-то мы с ней разговорились, я говорю, слушай, ты ж катаешь, хочу попробовать. Я предложила ей приехать на ТЭЦ, когда мы там будем с Викой. Вот. Но она приехала, прокатилась на мотоцикле, мы с Викой ее одели в наш экип, защиту, и она первый раз там села на 85-ку. Ну, то есть я покатала один раз на треке, поняла, что я не зря все делаю. И как по накатанной, просто так упали звезды. Просто вот момент, когда звезды сошлись, пазл сошелся, и то, что ты хотела, осуществилось, и пошли-поехала под музыку.